Сегодня активисты ветеранских организаций железнодорожного района Симферополя собрались обсудить вопросы проведения референдума. Мы хотим призвать их, чтобы они помогли ветеранам принять участие в референдуме. Не навязываем волю никому. У каждого есть свое мнение, и он определился. На встречу с крымчанами приехали гости из Российской Федерации, чтобы ответить на ряд вопросов, возникающих у ветеранов. Как нам делить вот родственные связи и нашу жизнь друг с другом? Мы вместе были всегда, мы будем вместе. Что бы ни случилось в мире, мы должны оставаться вместе и помогать друг другу. Среди вопросов, которые интересовали участников встречи, были и перспективы социальной защиты и пенсионного обеспечения крымчан в случае присоединения к Российской Федерации. Такой сложный момент для жителей, такой волнительный. Мы, конечно, с удовольствием приехали для того, чтобы встретиться с людьми, рассказать, как у нас там, что у нас как, что у вас здесь. Этот обмен такого людей из гражданского общества, политики, политиками многие. Там проблемы возникают, а мы, как люди, должны продолжать дальше вместе. У нас одна родина, одни песни, один язык. Представители общественных организаций Российской Федерации на этой неделе планируют провести встречи и в других регионах Крыма. Алексей Бельчанский, Анатолий Скорик. Время новостей.